бой и выиграет на срочке. Вадим Корнилов. У него также поражение от Бернарда Хопкинса, Доусона. Но он этого качества не потерял. Наверное, будет заканчивать свою карьеру. Но потом вот решил все-таки вернуться. Выиграл у одного новичка, у Стива Босса. Ну и вот решил. У каждого свой бой и... Соперник очень атлетичный и взвешивание сейчас. Перетеп. Выиграл. По очкам. Все 12 раундов. Выиграл очень убедительно, но многие начали говорить, что вот, было. Начали терять друг друга с полусловом. Четырнадцать боев, 4 срочных. Все это подтверждает их совместную работу. Очень успешно. В атаке Дмитрий. Между строк любители бокса. Не всегда приходят. Дает гораздо что а подготовиться давно это не произошло. Вот и повтор дистанции, хорошая такая прямая атака. Да, вы видите, только ни одного шанса. Кстати, Мощанов и тренирует, и Сергея Кузьмина. Ни одной удачной атаки. Драки, если он... Ну, еще раз скажу, то, как чувствует Дмитрий дистанцию, это просто великолепно. Тем не менее, такие моменты надо исключать. Выдернуть на себя, ну вот. Ну вот рискует Паскаль. То, что от него прорвалось, наверное, входит в ближнюю дистанцию. Попытка ударить по туловищу. Но это не важно. Раунд все равно выигрывается. А 10-8 или 10-9 это уже в контексте этого поединка не так важно. Вы видели, куда пытался пробить Паскаль. Смотрим повтор. Ну, конечно, удар. Конечно, удар, попытка ответить, но... Тиксите. Потому что... Надо приучать к себе вот эту... Дмитрий Бивер. Но посмотрите. Но ведь соперник. Жанна Павловна пытается что-то сделать в атаке. Пятый раунд подходит к концу. Требован. Он живет в самолетах. Вот это очень смешная, конечно, атака. Особенно. Раунд. Работает спокойно. Темп, который он неудобный. У него все получается. Да. Но этого нельзя делать. Просто. Они все откуда. Ну, зимнее превосходство российского боксера. Помечательно. Очень точный удар туда в область печени.
встряхнул соперника. Очень точные дельные советы. Под этот удар, который так встряхнул канадского боксера. Посмотрите, да? Сначала легкими атаками таким, просто набрасывал удары. И вот. Вот чем заканчиваются его выпады. Дмитрий прячет свою команду. Бой. Двум поединкам поставили Сергей Карилов и Сергей Ковалев. Смотрим повторы. Успел сейчас все-таки его пустить. Повтор, когда он бросался двумя. Ну, вот сейчас Дмитрий пропустил. Вот это, пожалуй, единственный удар, который удался Паскалю за весь бой. И он рискует. Он рискует, он пошел вперед, выбрасывает мощнейшие вот эти боковые удары. Вы слышите, как зал оживился. Зал под... Так вот однообразно шел в одну калитку, если можно так сказать. Допустим, такое болельщическое выражение. Но Дмитрий Паскаль устал, безусловно. Эта длинная атака его вымотала. И вот чем все заканчивается. Легко на него сверху. Этот тоже. При этом тоже силы у соперника потеряются. Василий сейчас очень нужно поставил. Напоминаю, восьмой. Вот результат. Сибирь под левым глазом. Вот эти вспышки Паскаля закончились для его функционального состояния. Не очень тяжело дышится. Там было два попытки украсть концовку со стороны Паскаля. Может, судьи обойдут. Еще раз скажу. На фоне всех остальных трех минут это локальный уступ было очень необходимо. Здорово поставил сейчас. Замечательно. И он на высоте другого человека. Вот снова эта попытка двойным боковым. Такого я еще никогда не видел ни у кого, но вот второй раз он пытается сделать в этом бою. Ну вот немножко и просто сейчас. Трехминутных боевых отрезков. Ну, может быть, один. Ну, если смотреть так в лупу, то он два раунда. Отдали головой сбой Паскаля. Ну, вот так вот. Все, Дмитрий осталось. Он чуть-чуть отдохнул в предыдущем раунде. Длинная-длинная серия. Паскаль был закрыт, конечно, но все равно там удары, которые большей частью в голову приходились. Но посмотрите, Паскаль. Вот. Вспомнил молодость. Немного неожиданно для Дмитрия. Так не попал, чуть неплохой гонорар. Ну, сейчас вот он. Ну, спортивная часть характера все-таки. Забирает казать, что он еще хорош в бою. Что он еще может что. Ну что ж, это только на руку нам, болельщикам, да? Бой становится интереснее. Посмотрите. Защите. За блоком опущенную лодку. Паскаль выкладывается. Выкладывается, причем да, неплохо. Вот этот раунд у него, пожалуй, лучше из всего, что мы видели. Здесь можно будет абсолютно согласиться с судьями, если они... Идет вперед. Взглядом ударов.
это вот начало боя, когда Дмитрий выбрасывал длинную, очень длинную серию. Паскаль был спрятан за блоком. И вот ответ удара Паскаля. Последствия травматических. Ну, вы помните, до этого был долгий перерыв, когда... Опять-таки легкие удары со стороны ГВО. И вот неплохо, сил осталось не так много. Ну, а Дмитрий сейчас рационально действует. Так вот, закрывшись за блок, он просто делает шаг вперед, но Дмитрий меняет позицию, постоянно уходит вправо и влево, разрывает дистанцию. Ну вот, все красиво, друзья. Ну посмотрите, это же эстетика бокса. Да? Как таким не бывает. Заканчивается раунд полностью. Дмитрий свеж. Индонезия объявляет, что осталось нам просто очень красиво. Плечом ждал, что Дмитрий может подойдет, броситься на него поближе, приготовиться уйти справа, но Дмитрий на это не повелся. Выпад Паскаля, удар в корпус, неприятный, не дает сопернику возможности собраться, подготовиться. Ну это так вообще, такие теоретические выкладки с моей стороны, потому что, конечно, финальный. Ну что ж, наверное, Паскалю, я не знаю, конечно, это было его, его менеджера, его промоутера, но, наверное, это... Ну что ж, Биллу надо идти дальше и, конечно же, как можно быстрее выходить на объединительный бой. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Judge Henry Grant scores it 117-111. And both judges, Lynn Carter and Carlos Ortiz, score it the same 119-109. All in favor of your winner by unanimous decision. And still, WBA light heavyweight champion of the world, Dmitry! Дальше надо объединять титулы. Еще раз повторю. Удачи Дмитрию. Замечательный бой. Думаю, вы получили удовольствие. Я пытался вам не мешать в этом плане. Для вас работал Борис Питко. Смотрите бокс, друзья. Не будете разочарованы. Держите удар в жизни.